Державные аптеки, а их у регионе полова, регулярно забеспечиваются шматразовыми масками и сродками для дезинфекции. Об этом журналистам рассказала генеральный директор гомельского предприемства «Фармация» Людмила Сапега. Перевага марлевых масок у максимости неоднократного выкористания. Менять их треба не радей, чем раз у 3 години, а коли маска станет вельготной, то одразу. Медики стверджают, что для здорового человека, навод у период эпидемии, носить ее не обовязково, бо от дробных частинок вирусу и она не выратуя. А вот хворым, как не распаусюдживать инфекции, рекомендуется. На сегодня создан достаточный запас масок медицинских марлевых, многоразовых, которые присутствуют в каждой аптеке государственной формы собственности и реализуются населению. Конечно же, маски медицинские не являются первой необходимостью в данном случае, но тем не менее мы, конечно, обеспечиваем их наличие, постоянное наличие в аптечных организациях. Неснижаемый запас создан также на областном аптечном складе, который позволит обеспечить наше население по потребности. Дальше, сделать сродок аховы можно и самостоятельно. Марлевая маска должна складаться не меньше, как 4 слоев. После использования ее треба положить у полиэтиленовый пакет альбо одразу замочить на годину у 2% мыльным растворе. 100 граммов мыла на 2 литра воды. Прокипятить 15 хвилин, прополоскать, высушить и прогладить с двух боков.